Так, это мы едем с Герцог-Нови до Жаница, Манула, Мамула, Плавашпиля, Жаница и Герцог-Нови. Ну, как, что нам говори, время говорить? Говори. 10 часов и обратно 4. И обратно 4. На Жанице 2 часа. Жанице, откуда можно плыть в голубые пещеры на лодочке? Мамула, 30 минут. Плавашпиля 45 минут. Ага. И Жаница 2 часа. Угу. Добре. И цена? Цена 15. 15 евро. Что? Молодец. Хвала. Хвала вам. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Юнеч на YouTube и смотрите другие наши видео про отдых в Черногории.